В период зимних праздников медицинские учреждения города Иваново будут работать по особому графику. Взрослые и детские поликлиники 30 декабря и 6 января работают с 9 утра до 3 часов дня. С 31 декабря по 5 января включительно медучреждения будут принимать пациентов с 9 утра до 6 часов вечера. Экстренная медицинская помощь взрослому населению по профилю офтальмологии и оториноларингология будет оказываться в отделениях 4-й городской больницы. Стоматологическая поликлиника номер 1 31 декабря, 2, 4 и 5 января работает с 9 утра до 4 часов вечера.